Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я вам расскажу о новых медалях и новых брелках, которые добавили на рынок, о которых вы даже не знали. Да-да-да, поэтому присаживайтесь поудобней, ставьте лайк, подписывайтесь. Кстати, еще там и перчатки добавили, и ревел коллекцию, ну все как обычно. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Подождите, перед тем как написать, что я кликбейтер, внимательно посмотрите сюда. Что видите? Да вы же видите новые брелки. Так, все, пока что хватит. Вы должны поставить за это лайк и подписаться на канал Кента ПК. Я вам все детально расскажу, что, как, куда и зачем. Что касаемо ревел коллекции, ребят, я вам скажу только одно. Я бы, честно говоря, даже видео по этому поводу не снимал. Но когда я видел новые брелки, когда я видел новые чарм брелки, новые медали, у меня просто нету слов. Так, ну что же, давайте-ка мы для начала немножечко приостановимся и посмотрим, что же там по ревел коллекции. Что, как и зачем. Изначально, ребят, давайте посмотрим, какие у нас цены на рынке. А цены у нас настолько низкие, что я думаю, как же я рад, что я не донатил на перчатки, потому что самый дорогой скин стоит 4000 голды. А чтобы получить данный скин, надо задонатить 5000 рублей на полный голд пас. То есть это, ребят, очень дорого. Но это лично мое мнение. Так, ну что ж, давайте смотреть. Самые дорогие перчаточки, такие оранжевые, такое ощущение, что этими перчатками кто-то собирал абрикосы. Они стоят 2500. И я скажу так, да, это, ребят, определенно самые крутые перчатки. И я их хочу выиграть у кого-то в дуэли. Поэтому, если кто-то из вас хочет раз на раз помериться силушками батырскими, то, ребят, пожалуйста, пишите мне в ВК. Далее мы, ребята, смотрим то, что USP Geometric стоит 4300 голды. У меня один вопрос. За что такие бабки 4300? Ну вот, напишите ваше мнение. Сколько бы голды вы бы дали за данный скин? Да, ребята, это скин на уровне АКР Карбона. Максимум 5 голды. Отлично мое мнение. Я себе это куплю, но я его куплю чисто из-за того, что он Аркана. И то куплю не статрек, а обычный. Далее на втором месте у нас идут перчатки Geometric. Ну вот, это, кстати, тоже крутые перчатки, они мне тоже очень сильно нравятся. Поэтому, ребята, вот на эти перчаточки я бы тоже с кем-то сыграл дуэль. И по-любому на ближайшем стриме или ближайшей дуэли я их получу. Потому что перчатки очень крутые. И у меня, ребят, никогда не было перчаток. Я даже не знаю, как это играть с перчатками. Поэтому, если вы донатер или если вы прошли голд пас, я вам очень завидую. Дальше, гловс. Ёлки-палки, нет, нет. Я полчаса заходил, ребят, пожалуйста, нет, нет, нет. Стендов работает. Стендов живи. Далее у нас идут белые перчаточки, ребят. Ну, эти перчатки, честно говоря, мне не очень нравятся. Я вообще не понимаю, кому они могут нравиться. Такое ощущение, что этими перчатками, не знаю, землю копать надо или машину чинить. Но, ребят, с этими перчатками играть не стоит. Gloves Nevro, обалденные перчаточки, 1900, бюджетный вариант. Всем рекомендую. Дальше, ребят, перчаточки Phoenix Horizon. Если вы выбили такие перчатки, то мне вас просто жаль, потому что дефолтные перчатки ничем нахрен не отличаются от этих перчаток. Я считаю, что их вообще должны за спасибо давать, за бесплатно. Ну а вот теперь самое интересное. Ребят, я думаю, вы все прекрасно помните данные брелки. Это Chibi Joy. И если вы помните, мне подарили аккаунт, на котором есть данный брелок. И знаете что? На этом аккаунте поменяли пароль. Но помимо этого аккаунта, мне подарили второй аккаунт, на котором мне подарили перчатки. Там было 3 пары перчаток. И знаете что? На том аккаунте нахрен тоже поменяли пароль. Везде поменяли пароль. Поэтому, ребята, если вы мне дарите аккаунт, пожалуйста, не надо менять пароль. Потому что мне, ну, чуть-чуть неприятно. Так, ну что же, ребята, а теперь давайте перейдем к самому-самому интересному. Это за сколько же надо выставлять перчатки и надо ли их покупать сейчас. Рассказываю, в чем соль. Если вы хотите заработать на этом, то покупайте перчатки прямо сейчас. Потому что все школьники, которые прошли голд пас за 500 рублей, они прямо сейчас сливают эти перчатки, дабы получить голду. А все опытные трейдеры, они скупают эти все перчатки и потом будут перепродавать их дороже, дороже и дороже. Так, ну что же, ребята, счет мы сильно долго затренделись. Я еще помню. Я расскажу про удаленные брелки и так далее, и медали, я все расскажу, ждите. Давайте вначале мы что-то купим, а то вы смотрите, смотрите и скажете, Кента ПК, что ты ничего не покупаешь. Ну вот я бы купил бы этот 5-7 Rush, ну ребят, ну полная параша. Я бы купил бы этот FN Fall, где он, FN Fall, Phoenix Rising, ну ребят, ну вы посмотрите, ну это просто испанский стыд. Это самый плохой скин, это хуже тех дефолтных перчаток.
Я вот, ребята, прямо сейчас смотрю, и я вам скажу так, что нравится мне пока что это наклейки. Наклейки, они реально крутые. Дальше мне нравятся перчатки. Перчатки тоже реально крутые. Дальше АКР Геометрик. О, я вспомнил, вот этот скин я куплю сразу, сходу, прямо сейчас при вас, потому что он просто опупительный. Конечно же, я его покупаю. Дальше, ребят, стикер Big Boy, честно говоря, тоже очень красивый. Конечно же, берем однозначенько. Ну, еще, Даш, без вопросов, вот приклеим. Чиби. Ребят, брелок 40 голды. Где вы такое видели? Брелок 40 голды. Ребят, я просто в шоке. Так, давайте посмотрим, что же мы видим дальше. UMP 45 Spirit. Ну, ребят, такой скин стыдно показывать. Очень страшный, очень некрасивый. Смотрим, смотрим вниз. И я вот так вот листаю, и я понимаю, что мне никакой скин не нравится. Ну, ребята, покажите мне хотя бы один красивый скин, кроме геометрика. Да, USP геометрик красивый. Да, AKR геометрик красивый. А остальные скины, ребят, где? Да они же страшные. Я говорю именно про скины наружу. Взять тот же самый М4 Revel. Да, ребята, та же МК Dragon. Она гораздо красивее. Ребят, честно говоря, я даже не знаю, что брать. Вообще без понятия. Вот я смотрю скины наружу и понимаю, что они просто фу. Ну а теперь мы с вами поговорим про удаленные скины. Вы скажете, Кента ПК, а зачем ты так долго нам рассказывал про скины на рынке? Ну, ребят, просто если бы я рассказал чисто про удаленные скины, которые должны добавить, то тогда бы видео вышло бы на 3 минуты. Поэтому, ну, надо было что-то рассказать, поймите. Так, ну что же, полетели. Прямо сейчас, ребята, открывайте рты заранее, и сейчас у нас залетит кое-что. Кое-что приличное. Ну что, ребят, вот это все. Вот это все удаленные скины. Я говорю сразу, это не концепт, это не фейк, это не шутка, это не пранк, это все реально удаленные скины. Почему именно удаленные? Рассказываю. Изначально разработчики добавили все эти скины на рынок. Потом, спустя минут 5, они их удалили. Что это означает? Это означает, что, скорее всего, они их добавили по ошибке. Но, тем не менее. Тем не менее, ребят, эти скины видели многие. Ни один я, чтобы вы там не думали, что я прикольнулся или что-то сам придумал. Это реально удаленные скины. Смотрим. Поехали. Первый — это Charm Revel бронза. Второй — Silver. Третий — Gold. Четвертый — это Elite Gold. Пятый — Platinum. Дальше Revel Diamond. Psycho Captured, Charm Phaser и Charm Flame. Все это удаленные брелки. Что же из этого будет? Как их получить? Я, честно говоря, без понятия. Я могу всего лишь предположить. Я могу предположить, что это награда за ваш ранг. То есть, чем выше ранг, тем выше брелок вы получаете. Ну, как по мне, ребята, это очень круто. И особенно вот этот брелок, вот Chibi Psycho Captured, это просто что-то с чем-то. И самое главное, ребят, я никогда не мог подумать, что будут брелки анкомонки. Брелок анкомонки. Посмотрите, то есть у каждого брелка есть качество, то есть это означает то, что вы без доната сможете продать данный брелок и получить голду, это очень круто. Прямо сейчас я вам покажу еще один пруф, то что это все не кликбейт и эти все брелки были по-настоящему. Прямо сейчас мы видим скриншот со стрима ТикТака, где он увидел все эти брелки своими личными глазами, поэтому я, ребят, думаю, ни у кого никаких сомнений нету. Ну что ж, мои дорогие друзья, прямо сейчас, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я вам хочу разыграть одни перчаточки. Вам надо поставить лайк, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий, и кто-то из вас сможет получить 2000 голды. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети. Всем удачи, всем пока.